कुंज बिहार जय राधा कुंज बिहार गोपी जन हलबा गिरिवार रे गोपी जन हलबा गिरिवार यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज यमुना चूर वन चारे यमुना चूर वन चारे जय राधव कुंज बिहार जय गोपी जन हलबा गिरिवार रे यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यमुना चूर वन चारे यमुना चूर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहार जय गोपी जन हलबा गिरिवार रे यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यमुना चूर वन चारे यमुना चूर वन चारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Supadra, Ki Jaya, Shri Nitai Gora Chandra, Ki Jaya, Shri La Prabhupada, Ki Jaya, Nitai Gur Priminandi. Рантарачи Мадбхагаватам Киджа. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать восьмую песню Мадбхагаватам, 22 главу. Бали вручает Господу свою жизнь. Текст 24. Шри Бхагавану Вача Браман Яману Грихнами Браман Яману Грихнами Тат Вишно Видхунамяхам. Тат Вишно Видхунамяхам. Ян Мадах Пурушах Стабдхо. Ян Мадах Пурушах Стабдхо.
Локамам чаваманьяте. Локамам чаваманьяте. Ши Бхагаван вача. Брахман яману грахнами. Тат вишва видхуномяхам. Ян мадах пурушах стабдхо. Локамам чаваманьяте. Пожалуйста. Ши Бхагаван вача. Брахмана гравну грихнами. Тад вишна вигуномьяна. Бнак пуруша вставхо. Лакам ям чавья мюдете. Ши Бхагаван вача. Яману яна бихрами. Тад вишна винам хотянахам. Ямата пуруша танто. Локамам чаваманьяте. Ши Бхагаван вача. Брахман ямана грихами. Тад вишна винам. Как мара пурушах стабхо. Локам ям чаме маньяте. Ши Бхагаван вача. Бог, Верховная Личность, сказал. Брахман. О Господь Брахма. Ям. Которому. Ану грихнами. Оказывают милость. Оказываю милость. Тат его. Вишан. Материальные достояния. Богатство. Видгноми. Отбираю. Агам. Я. Я атмадах. Возгордившийся. Из-за этого. Из-за этих денег. Пурушах, человек, стабдхах, тупоумный, локам, три мира, мам, ча, вернее, мам, ча, а также меня, аваманьяте, не уважает. Перевод и комментарий о божественной милости Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Верховный Господь сказал, дорогой Брахма, из-за материального богатства глупый человек тупеет и становится безумным. Он перестает уважать кого бы то ни было в трех мирах и отказывается признавать даже мою власть. Чтобы оказать такому человеку особую милость, я первым делом отбираю у него все. Комментарий. Общество, в котором люди, богатея, превращаются в безбожников, чрезвычайно опасно. Непомерно разбогатев, материалистичный человек становится таким гордым, что перестает кого-либо уважать и даже отказывается признавать власть Верховной Личности Бога. Такое умонастроение, безусловно, ведет к очень опасным последствиям. Чтобы явить людям особую милость, Господь иногда учит их на примере кого-нибудь вроде Махараджа Бали, который лишился всех своих богатств. Конец комментария. Омагената Мирангеся, Генанжана Шалакая, Чакшурун Милитани, Натасмай, Ши Гуравы, Намаха, Ши Чайтанья Манобишна, Хатитанья Набутали, Свайрупа Кадамахиам Дадати, Свападантикам, Ванчакалпятарубьяща, Крипасинувья Ивача, Патитанам Паванебью, Вайшнавебью, Намо Намаха,
Джай Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Ши Адвайта Гададхар Ши Васади Гуру Бхактавринда Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари Намасте Грудвай Сарва Сиди Прадейни Сарва Мангала Рупая Сарва Нанда Видхини Ши Гуру Парамананда Примананда Пала Прада Враджананда Праданина Севайо Манио Джая Нитьянанда Хамнами Сарвананда Карампарам Харинама Прададевама Вадута Шараманим Нама Махавадания Кришна Према Прадейте Кришна Кришна Чайтанья Намне Говорит Виша Намаха Нилачала Нивасая Нитяя Параматмане Балабадра Сувадрам Сяси Джаганатхайте Намаха Нама Вишна Падая Кришна Пришна Муталиша Мате Прапавишна Прабуйте на мене Надати Бхагавата Твам Нисчайна Бенача Прупадася Приста С Твами Ми Гуру Падашая Сапрасидату Чайтанья Дева Яся Прасадатах Таллила Варнане Ягьях Садьях Садабамопьям. Я молю Господа Чайтанья Махапрабху о милости, благодаря которой даже падший человек может описывать игры Господа. Хари Кришна. Верховный Господь сказал, дорогой Брахма, из-за материального богатства глупый человек тупеет и становится безумным. Он перестает уважать кого бы то ни было в трех мирах и отказывается признавать даже мою власть. Чтобы оказать такому человеку особую милость, я первым делом отбираю у него все. Люди, которые приходят в религиозное общество, как правило, поначалу ими двигают определенные мотивы. Может быть, они хотят обрести какое-то богатство, может избавиться от страданий, может просто любопытство какое-то. Странные, веселые ребята поют, танцуют, все светлые, что-то там у них не то. Может, у них что-то там подмешивают в просад. Надо пойти выяснить. Или же просто люди, которые стремятся к знанию. Редкие, но встречаются и такие. Но точно, придя в общество духовных людей, в общество духовных людей, они не рассчитывают на то, что у них все заберут. Бали Махарадж, наверное, точно не рассчитывал, что вот сейчас он великий царь, к нему пришел какой-то маленький мальчик. Ну что он у него может попросить? Ну всего лишь там. Ну, я ему готов даже планету подарить, у меня большая вселенная. Он три шага земли. А, без проблем, бери. Ну, Господь, приходишь к Господу, и Господь говорит, патрампу шпам, палам, таям, ямэх, бхактия, парашки. Ну, предложи мне цветок, листок, плоды, воду. Я приму это все. И мы думаем, да так просто. И начинаем предлагать. А оказывается, не все так просто. Через какое-то время, оказывается, начинаешь понимать, что, оказывается, требует отдать все. Все надо отдать. Или, по крайней мере, не требует отдать все, но уж точно нужно отказаться от привязанности ко всему, чем ты обладаешь в этом мире. И вопрос, вот это да. Ну точно я на такое не рассчитывал. Я на такое не рассчитывал, не соглашался. Я думал, приду, предложу фитилек Господу, сделаю хоть что-то для него, а он мне завалит меня богатствами.
и я буду наслаждаться жизнью. А оказывается, не все так просто. Не все так просто. И плохо это или хорошо, мы для себя сами определяем. Ну или люди, которые обращаются к Богу, они сами могут определить, плохо это или хорошо для них, когда Господь их чего-то лишает. Ну, если быть честными, то когда что-то не получается, или что-то мы теряем, или что-то у нас, давайте так, по воле провидения, ну, мы знаем, что это за воля провидения, мы лишаемся этого всего, то почему-то мы не так-то с легкостью это так все воспринимаем. Нас одолевают какие-то эмоции, мы начинаем переживать, вот, столько трудился, копил 5 лет, а потом раз, и все это за одно мгновение исчезло. Если бы люди были разумны, они понимали, что так или иначе мы в таком положении, как Бали Махарадж, окажутся все. Вопрос, насколько у нас хватит сознания или понимания уже отдать все Кришне, что у нас есть. Это не значит, что у нас все заберет, и мы останемся вообще без ничего. Это означает, что мы понимаем, начнем понимать, что все принадлежит Кришне. И мы просто зависим от Него. Дом, машина, все мое имущество, все мое богатство. Все это принадлежит Кришне. И это сознание живого существа. И когда он так воспринимает этот мир, он живет в гармонии с уже не то, что с этим, с этой вселенной, с законами этой вселенной. Он просто получает удовлетворение от того, что он понимает, что все здесь принадлежит Кришне, и он может использовать это, и Кришна что-то ему выделяет, и он радуется. Или даже не особо так радуется, он воспринимает это как возможность использовать это, опять же, в служении Кришне. Он получил какие-то богатства, он говорит, ну и слава Богу, Кришна, теперь я тебе точно могу предложить что-нибудь больше, чем цветок, плод или листочек. Я могу тебе предложить, сколько блюд предлагают, как минимум? Как минимум 4, да? 5. Как минимум 5 блюд. Как минимум. Уже что-то. А если еще тут 56 раз, как у Господа Джаганатхи. В течение суток. Все время готовят казаны, предлагают. Кормят других. Так преданный начинает потихонечку соприкасаться с духовной энергией. Потому что мы воспринимаем этот мир как или отделенный от Кришны, или как связанный с Ним. Это наше восприятие. Если мы отделяем этот мир, мы находимся в иллюзии. Если мы связываем это опять же молитва Брахмы со второй песни. Если мы связываем этот мир с Кришной, понимаем, что все связано с Ним, мы находимся в сознании Кришны. Мы понимаем, что здесь происходит. Мы понимаем, что Господь хочет. Мы понимаем, как это все использовать. Тогда мы становимся счастливыми. Потому что мы находимся в сознании Кришны. А почему счастливые? Очень просто. Потому что, соприкасаясь с духовной энергией, в духовной энергии нет несчастья. В духовной энергии несчастья нет. Несчастье, которое мы испытываем, или те страдания тройственные, находятся в пределах материального мира, когда мы соприкасаемся с духовным миром. Она побуждает, эта энергия побуждает нас страдать, потому что у нас ощущение отделенности от Кришны. Ощущение брошенности, ощущение какой-то, знаете, беспокойства. И это то, что вызывает, побуждает нас страдать. Но когда мы связаны с духовной энергией, с Кришной, посредством и действуем в настроении, служении Ему, мы находимся во власти духовной энергии, и тогда мы не страдаем, там нет страданий. Все просто. Тот, кто не хочет страдать, может
действует в сознании Кришны. Если он чувствует, что какие-то беспокойства или страдания начинают его беспокоить, он должен понимать, что есть какая-то привязанность к этому миру, которая мешает ему, побуждает его это делать, страдать. Любой человек в материальном мире, который делает акцент не на прибежище у лотосных стоп Кришны, а на прибежище у богатства, например, он будет страдать, потому что, как мы уже сказали, точно так же, как Бали Махарадж, потерял все, ему он вынужден был, его Господь отберет это, все. Отобрал у него все его имущество, все. Давайте не будем говорить вселенную, но нет, это было его все имущество. И он остался один, без ничего, и у него было только осталось тело, осталось его тело, которое он тоже воспринимал как свое. Хотя жена была разумная, она сказала, это такой глупец, Бали Махарадж, что он, хотя он все это понимает, что он может быть и понимает, что все принадлежит теперь не ему, но тело он еще воспринимает своим. Ну, даже тело, состоящее из химических элементов, из земли, воды, огня, воздуха, эфира, тоже не принадлежит нам. Мы просто получили это во временное пользование. На каком-то этапе мы радуемся этому телу, на каком-то этапе мы думаем, Боже мой, зачем оно мне нужно? И жаждем времени, когда настанет такое время, когда мы поменяем это тело на новое. Ну, по крайней мере, люди в ведическом обществе это понимали. Сейчас люди не понимают. Сейчас люди привязаны к этому телу от рождения до конца, до последней минуты своей жизни. И это... Жах, это ужас. Это ужасно. Как так можно быть привязанным? Оно уже еле ходит. У него все болит. Оно разваливается. Но он привязан. Представляете, да, насколько могущественна материальная энергия. И Кришна всегда помогает, особенно тем преданным, которые обладают каким-то знанием, или он проливает на них милость. Он помогает им лишиться этих привязанностей, как Бали Махарадж. Бали Махараджа была привязанность к наслаждениям райскими планетами, поэтому он с этим желанием отправился завоевывать царство Индры. Ну, он бы, если бы у него не было желания этого, ну зачем ему надо? Он и так царь, у него и так много возможностей для наслаждения. Но желание было. И поэтому он отправился. И вот все, что произошло, мы видим в этой истории. Но Кришна, он посмотрел на это все, говорит, ну так как это мой преданный, у него есть потенциал, он получил эту милость от Прохлады Махараджа, от своего деда. И у него есть, хотя он подвержен влиянию общения демонической природы, так как он был в кругу демонов, и он исполнял какие-то свои обязанности, или там он так считал, что он исполняет свои обязанности, он действовал как-то. Ну, так устроено в этом мире. Гуны, они между собой соперничают. Невежество пытается, как это... повлиять на гуну благости или страсти, или наоборот, и все это происходит. Эти гуны, они сочетаются друг с другом, и мы просто становимся наблюдателями этого всего, как это происходит в этом мире, как эти гуны соперничают. Но у гун также есть теми, с кем они пользуются, и эти тела, которые у нас у живых существ есть, и как грубые, так и тонкие. Поэтому иногда люди, находясь под влиянием невежества, начинают совершать безумные вещи. Здесь Кришна говорит, отвечая на вопросы Брамы, он говорит, слушай, говорит, ну, я специально это сделал. Я специально сделал так, чтобы Бали Махарадж лишился всего,
с одной причиной. Я хотел его избавить от привязанности, сильной привязанности к богатству. Но вроде же Брама говорит, он и так тебе уже все отдал. Иногда мы можем там поднапрячься и ради великого блага будущего отдать то, что у нас есть, сделать пожертвования. Но это не значит, что наше сознание очистилось, и мы не желаем наслаждаться. Мы, наоборот, делаем эти пожертвования только ради того, чтобы в будущем иметь еще больше возможностей наслаждаться. И Кришна, он понимал, что Бали Махарадж дал, он там был привязан к своим обещаниям, к славе, к своему славному имени, или чего там он там, да, славному имени, славе. Но тем не менее, Кришна подумал, нет, надо избавить его окончательно от этих привязанностей. Окончательно. И он забрал все, еще и связал его. И когда Брама задает этот вопрос, он задает его вопрос для того, чтобы о этом знании узнали не только. Бали Махарадж уже знал его, он уже слышал. Он просто, Кришна помог ему реализовать это знание на его примере. На самом деле он восхваляет его, Брама. И Кришна делает так, что не восхваляет Бали Махараджа. Но другие, которые окружение его было, демонические личности, они должны были услышать от Брамы. Вот. Что такое богатство? И Кришна также говорит всем нам, потому что это история в Бхагаватам. Извините, но если у нас будет слишком сильное стремление к богатству, наслаждаться богатством, то мы станем гордыми и безумными. То есть, безумными, это тут, как переводится, говорится, это глупый. Тупоумный, как это, перевод как это так сделал. Стабхам, стабхах, тупоумный. Просто безумными. В чем это будет проявляться? Я буду думать, что вот если у меня есть богатство, я могу все в этом мире купить. Я могу купить себе кого угодно, что угодно. Я могу с помощью этих денег там диплом купить и стану профессором, как там, да, настоящим профессором или еще что-нибудь. Но не в этом-то. Ну разве просто заплатив деньги, это можно достичь тех качеств, которые предполагают или предположительно должны иметь люди, обладающие знанием? Нет. Это не говорит о том, что это просто купленная все вещь. Это чисто для формы. Формальные внешние факторы, которые так можно просто самому себе выписать бумажку, чем хуже. Мы и так на уровне своего ложного эго считаем себя умными, богатыми, сильными, красивыми, какими угодно. То есть самыми-самыми. Но если уже не самыми-самыми, то не самыми плохими, самыми худшими. Есть еще похуже. Мы все равно себя считаем кем-то. Но Кришна, видя это все, он говорит, надо вытянуть вот это семя этого безумия из сердца. Внешне мы можем что-то отдать или даже потерять. Бомж, который ходит на улицу, он скажет, я могу похвастаться тем, что у меня ничего нет. Он может так сказать, и мы увидим, ну да, у него ничего нет, живет на улице, под мусорником, в какой-то коробке. Но он привязан к греховной жизни. Поэтому все, что он делает, он просто делает для того, чтобы найти себе средства для того, чтобы использовать их для удовлетворения своих греховных потребностей, греховных желаний. И это его намерение. Внешне он выглядит так, а его намерение жизненное заключается в том, чтобы взять от жизни максимум наслаждений. Или наоборот, я могу быть вайшнавом, ну не вайшнавом, религиозным человеком, одевать духовные одежды, ходить, но и думать, что я теперь достоин освобождения.
все, я предложил фитилек, а там говорится, что если я предложу Кришне фитилек, я достоин освобождения. Все, освобождение у меня в кармане. Можно гордиться. Надеяться на то, что вот теперь какое-то маленькое действие. Мы всегда так хотим. Я сейчас дам Кришне чуть-чуть, принесу ему апельсин, ну так уже говорится. А требовать буду по полной. Освобождение мне, пожалуйста. Мне, пожалуйста, освобождение. Как, и прям, знаете, так настойчиво, потому что, ну там богатство, ладно уже. Мне освобождение. Освобождение считается высшая цель материального мира. Поэтому он понимает, как это. Яван Артхау Дапане Сарватах Санплута Даке. Это Ван Сарвеши Будышу Мадбактим. Что-то я не то прочитал. Прошу прощения. Яван Артхау Дапане Сарватах Санплута. Там Таван Сарвеши Будышу Брахвана Сявиджанатах. А если маленький колодец может удовлетворить какие-то потребности, то большой водоем это может сделать намного лучше. Тот, кто знает высшее предназначение вед, обретает все блага, которые в них описаны. И он так думает, если я обрету освобождение, то богатство и все, что с этим связано, способность наслаждать чувства, будет моим. И он думает, сейчас вот предложу и светилечек, и все будет у меня хорошо. Или еще что-нибудь. Но мы обсуждали на днях принцип преданного служения. В пятой песне, 26 главе, в 3 стихе, Вишванача Кварчи Такур говорит о тех людях, которые совершают преданное служение. И он мы обсуждали это, когда я Яшода Кумар читал лекцию. Я задал вопрос, а потом начал его исследовать. Ну, по крайней мере, в какой-то степени мне пока не попалось этот, какое-то понимание не пришло. Что Вишванача Кварчи Такур говорит, он там описывается, что есть люди, которые совершают, находясь в невежестве, совершают греховные поступки, получают маленькие наказания. Те, кто делает это, как бы видят разницу между плохим и хорошим, получают более сильные наказания. Те, кто делает это с чувством, знаете, такого решительного безумия, там, вот, специально навредить, то получает максимум наказания. И точно так же там благочестие. Перед этим стихом он описывал, те, кто есть благочестие, там, получают минимальное, там, среднее. И в комментарии Вишванача Кварчи Такур говорит, что люди, если нету намерения служить Кришне, то это не считается преданным служением. Это считается благочестивой деятельностью. Просто благочестивая деятельность, агьята сукрити. Намерение, он описывает это как йога. Если, допустим, я хочу заработать много денег, то мое желание, вот это намерение действовать и достичь этого, это как вот это намерение делать это есть йога, связь с целью, это есть вот это как раз йога. Поэтому намерение считается йогой. Мы можем, и поэтому нас всегда вдохновляют. Говорит, хорошо, вы занимаетесь преданным служением, нам всегда подчеркивают важность преданного служения, просто потому, чтобы мы что-то делали для Кришны. Например, служили как божествам, да, предлагали вот еду. Мы должны делать это с намерением доставить ему, покормить Кришну, доставить ему таким образом радость. Ни в коем случае не с тем, что я хочу есть, вот сейчас я быстренько это все сделаю, это будет для меня. Это деятельность, она, да, связана с Кришной, но это не является преданным служением. Это благочестивая деятельность, так Вишванача Кварчи Такур объясняет. Конечно, наши намерения могут быть покрыты... В процессе могут быть покрыты разными желаниями. Например, как у Друвы Махараджи, у него было
Он понимал, что нужно удовлетворить Кришну, но желание у него было, у него намерение было удовлетворить Кришну, но желание у него было что-то получить от Кришны, какие-то блага. Иногда так бывает, что мы служим Кришне, и у нас искренне чистое сердце. Вот как у Бали Махараджа. Поэтому Кришна говорит, когда я вижу, что преданный искренний, но у него есть вот эта вот склонность или вот эти желания материальные, то я, будучи неглупой личностью, забираю у него или как-то помогаю ему сделать так, что он теряет это все. Ну, как он здесь говорит, отбираю. И тогда просто преданный остается с чем? Просто с намерением, с одним только пониманием, что да, оказывается, надо служить Кришне. Ну, Кришна, конечно, он милостив, он потом дает себя еще. Он показывает, насколько общение с ним намного важнее, чем общение просто или там эти материальные желания. Как мы уже сказали, потому что там, где Кришна, там проявляется его внутренняя энергия, и живое существо естественно испытывает радость, естественно испытывает блаженство. С Кришной нету, в обществе Кришны нету страданий. Простая истина. Если мы, давайте так, подойдем к святому имени, переключимся эту же тему, только на святое имя. В Харинама Чинтамани, по-моему, в 13 главе, Бхактивинода Такур объясняет, что ну, так уж случилось, что у нас еще нету вкуса к святому имени. У нас нет такого сильного вкуса, что мы слезы текут, волосы встают дыбом. Ну, нету. И для нас святое имя, это как, знаете, как вот мы встаем, и вроде как бы мы настраиваем себя хотя бы на позитивный лад, что надо читать святое имя. Но сам процесс может быть осквернен какими-то вещами, где мы начинаем торопить себя или думать, скорее бы это все закончилось, надо что-то делать другое. Мы всегда попадаем в процессе. Но в общем, наше намерение понятно. Мы хотим повторять Святое Имя, чтобы, ну чтобы что? Чтобы очиститься поначалу. Мы сначала хотим так. Почему? Потому что мы понимаем, очистившись, когда на нас не будет влиять гуны материальной природы или там тройственные страдания, мы тогда начнем хоть что-то понимать. Ну или как мы уже говорили об освобождении. Мы получим какие-то блага, связанные с тем, что переключим свое внимание на Кришну. Ну, вот мы берем джапу, и поначалу мы повторяем, но что мы видим? Что наше повторение может быть обусловлено оскорблениями, вызванные невнимательностью, неспособностью сосредотачиваться. И мы продолжаем. Иногда мы соглашаемся с этим. И наша задача простая. Просто это сделать. Вот надо. Просто надо сделать. И мы обуславливаемся именно вот, знаете, такой формой долга. Надо прочитать свои 16 кругов хоть крови из носа. Бхактивинода Такур говорит, но если мы будем повторять и не менять свое намерение, а просто будем повторять в таком настроении, то есть одна проблема. Святое имя – это камень Чинтамани. Нама Чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха. Оно исполняет те желания. И представьте себе, мы повторяем мантру, соприкасаясь со святым именем. А наш ум кого-то любит, кого-то убивает, что-то покупает, чем-то наслаждается. Что это означает? Что делать святому имени в таком случае? Он говорит, что святое имя, так как будучи камнем Чинтамани, оно иногда начинает действовать так, в оскорблении исполняет материальные желания. Что является причиной того, что живое существо может даже оставить процесс преданного служения.
Представьте, насколько важно. А теперь что мы делаем? Нам говорят о намерении. Я беру джапу в руки и говорю: Кришна, пожалуйста, я хочу повторять мантру. Мое намерение – доставить удовольствие повторением святого имени. Сделайте это правильно, без оскорблений. У меня правильное намерение. И я с этим намерением начинаю прилагать усилия повторения мантры. Что происходит? А теперь скажите мне, что такое очистительное повторение святого имени? Так что намерение, когда у нас присутствует намерение правильно повторять мантру, без оскорблений, с желанием доставить удовольствие Кришне, это намабхаса. Это очистительное повторение, которое очищает нас. Есть разница? Все просто, если понимать это все просто. Между этим есть разница. Это если мы так подходим к любой нашему преданному служению, к любому. Я хочу, чтобы Кришна был счастлив. Сам процесс такой сладкий, и соприкосновение с духовной энергией настолько сладкое, что материальные желания потом, мы даже забываем о них, даже если они являются тем фактором, который нас толкает на то, чтобы служить Кришне. Они потом забываются нами. Они становятся для нас, как у Друва Махараджа, неинтересными. Они для нас становятся там вообще иногда даже препятствием. Ну, зачем оно мне все это надо было? Но чтобы к этому подойти, нужно понимать какие-то простые вещи. Вот для этого нам и нужно намерение, чтобы это стало, вот это вот настроение стало тем, чтобы могло нас двигать вперед. Чтобы мы не топтались на месте из года в год, постоянно оскорбительно повторяя мантру. И все время потом задумываясь, а что ничего не происходит? Или так медленно, что я уже начинаю сомневаться в могуществе святого имени и вообще в могуществе процесса. Но это не процесс такой, это наше отношение к процессу. Если мы будем делать это достаточно серьезно, искренне, то Кришна, Он, находясь в сердце, Он понимает наши умы, и Он помогает нам очиститься. Он помогает нам, как Бали Махараджу, как Он убивает этих все. Все те анархи, которые нас окружают, они будут очищены Кришной. Все уйдет. И святое имя, если в таком настоящем, чем серьезнее мы, тем быстрее наша наладится связь или как-то восстановится связь с Кришной. Тоже от нашей серьезности. Для этого решимость нужна. Мы еще должны быть решительны. Ну, в конце концов-то хотим Кришне, не надеюсь. Или что мы хотим? Даже если мы находимся в обществе преданных, здесь, в материальном мире, и у нас все хорошо, мы плаваем в гуне благости или живем в гуне благости, и вроде бы как бы нет внешних больших страданий, что в материальном мире практически невозможно. Но, по крайней мере, они не такие сильно явно выраженные и прям такие беспокоящие. Как-то можно пережить. До тех пор, пока у нас нет вкуса к служению Кришне, нет вкуса к повторению святого имени. Бхактивинода Тхакур говорит, надо прилагать усилия. Прилагать усилия надо каждый день, пока этот вкус не придет к нам. Когда придет вкус, это будет другое повторение святого имени. Это будут другие отношения со святым именем. Хари Кришна. Время на вопрос осталось. Да. Хари Кришна, вы с самого начала лекции привели много примеров того, как гордость проникает в сердце человека, ну или она. Там живет, может быть, она даже не проникает. Испокон веков она там находится, и вы сказали, даже бомж, он может гордиться своей коробкой. И религиозный человек может гордиться своей чистотой. Далее Бали Махарадж, несмотря на то, что Махаджан, он не увидел в себе эти тонкие, тонкое это осквернение,
ты слушаешь такие примеры, и ну, как бы мысль о том, что не, ну я же не гордый, она как бы кажется, как это так, если такие личности даже, они не замечают своей гордости, то логический вывод приходит, что я тоже горжусь. Как увидеть свою гордость, чем именно я горжусь, как ее распознать, ну, как, что с ней делать, вы уже, в принципе, немножко рассказали. Ну, в первую очередь, увидеть свою болезнь. Как увидеть свою болезнь? Говорится, каждый бедняк гордится своим грошом. Это означает, что каждый человек чем-то гордится. Чем-то. Но каждая личность. Чем? Он сам, может быть, даже не отдает отчета в этом. Но если, как это может быть наблюдатель, который образованный наблюдатель, со стороны он может подсказать. Я разные вещи наблюдал в обществе преданных. Я как-то рассказывал, я видел, мы зашли, еще у нас вот где вот эти туалеты, там у нас старое помещение было еще без вот этих всех ремонтов, у нас там была душевая и туалет. И мы там вешали одежду, ну так как брахмачари жили. Я зашел как-то так утром, мы зашли брахмачари. Мы там один, я не буду называть имен, он стоял возле зеркала и говорит, какой красавец. На тело свое. Мне стало смешно, конечно. Потому что как бы я такого не считал даже. Ну, я понимаю, когда там этот, ну я даже такой, мне стало смешно. Ну, вот бывают такие вещи. Бывают такие вещи. И это может быть проявляется в чем. Это знаете как? Наша гордость проявляется в том, что у нас, давайте так, по опыту, мы начинаем. Это один из таких важных аспектов. Мы начинаем беспокоиться о том, сильно беспокоиться о том, и нас будоражит то, что кто-то противоречит, это как-то, противопоставляет себя моему мнению. Это самое такое тонкое проявление гордости, когда кто-то противопоставляет себя моему мнению. И вот в общении как раз вот эта вот часть, как мы воспринимаем это все, как мы умеем слушать, как мы умеем служить, как мы отдаем этому всему, вот оно проявляется потом. Но тонкость вот такая вот. Это просто одна из таких тонких вещей. На самом деле там достаточно много. То есть один из методов определить в себе гордость, если я не способен принимать или как минимум прислушиваться к мнению других. Да, ну, это особенно к тому мнению, которое противоречит с моим. То есть, а это может быть, получается, и методом избавления от гордости, искать, ну, или, по крайней мере, обращать внимание на мнение других, которые противоречат моему представлению, и учиться принимать чужое мнение. Если я это делаю, то таким образом я буду избавляться от гордости. Я скажу по-другому немножко. Преданные, Шрила Прабхупада часто говорит, преданные разумные люди относятся к категории браманов. А браманы пытаются всегда учиться. Если у них есть это настроение, то они всегда будут готовы прислушиваться к мнению других, анализировать его и как бы обсуждать, если это надо, принимать и расширять даже это мнение. Поэтому это очень важный аспект браманический, когда мы умеем слушать, И не просто слушать, но делаем анализы, анализируем это все. Так работает обучение. Иногда мы несовершенны, иногда мнение одного, или они могут быть оба правильных мнения. Кришна всегда нам показывает о двойственности. Прохладу Махараджа он наделил царством, у Бали Махараджа забрал царство. Причем
Прохлад Махарадж, насколько я понял, он же отдал это царство Бали Махараджу, а Кришна у него забрал его. Так? И это означает, что он и Прохлада забрал, а потом дал. Как-то так, ну, как-то так это все происходит. Но у Кришны как-то своя такая, вот он с одним так ведет себя, он очень личностно. Очень личностно. И мы тоже всегда следуем этому принципу. Очень личностно. Мы хорошо понимаем ситуацию, вникаем в эту ситуацию, анализируем ее, если это надо. И мы анализируем тот состояние человека, что, чем он переживает, что он... Мы сравним это с шастрами. Делаем какой-то вывод, обсуждаем это и приходим к какому-то заключению. Это целый процесс. Иногда кажется, что это так быстро. Ну, если у кого-то разум так быстро работает, то, может быть, это и мгновение. Но иногда бывает, что надо задуматься, размыслить. Поэтому даже Кришна иногда, когда что-то происходит, он делает вид, что он начал размышлять над чем-то. Да. У меня вот такой вопрос. Принимать чужое мнение или прислушиваться, что это значит? Это мы... Ну, есть три категории, как я понимаю, отвергаем, задумываемся или полностью принимаем и пытаемся его применить. Что вы подразумеваете под ну, не отвергать чужое мнение? То есть, как бы любое мнение имеет на жизнь. Просто его нужно проанализировать. Браман его анализирует. Он не просто принимает его. Есть такой принцип предания. Да, когда мы говорим, нам Кришна говорит, и мы делаем. Или духовный учитель говорит, это мы делаем. Но мы уже доверяем духовному учителю. До того, как его принять, мы уже все проанализировали, определенный аспект, и приняли его. Но если я когда говорю, какая-то ситуация, мы ее анализируем с точки зрения шастр. И тогда уже делаем какой-то вывод. Мы не принимаем тупо, если это, допустим, там, нам придут и скажут. Те вещи, которые там... ну, может быть, нам ну так, недостаточно понятны. Или я, допустим, не профессионал в каких-то вещах. Но так как Прабхупад не всегда был профессионалом в каких-то вещах, ну, имеется в виду материальных. И он задумывался, иногда он там спрашивал, он, даже у кого-то из своих учеников, как-то, а как так, так. И потом делал какой-то вывод, проанализировал это все дело. Тогда получается, что непринятие чужого мнения – это не всегда гордыня? Нет, так я же не сказал, что непринятие. Когда мы сразу противопоставляем, это гордыня. Но если есть какая-то тема, в которой я уже утвердился на основании, допустим, шастр, то другое мнение, которое противоречит, я его не принимаю, но это же не гордыня. Это уже твоя точка зрения, которая основана на авторитетном писании. Ну вот если мы привязаны к своей точке зрения, даже она может быть источником гордыни. Даже если она из шастр? Даже если она из шастр. Почему? Потому что вы пытаетесь уже человека заставить действовать так, считая себя знающим. Вы можете поступить по-другому. То есть вы как бы по отношению к нему, вы просто будете, я знаю, что в шастрах написано, а человек этого не понимает. Поэтому вы что делаете? Вы берете, говорите, давай пойдем спросим у авторитета, вот вдвоем, и примем его мнение. И все. Вот много где говорится о деятельности, ну, о служении. И когда совершается какое-то действие, ну, мы должны быть ответственны в этом случае. И как вот этот принцип Аханка Рави Мудхатма, ну, который там говорится, что тот, кто считает себя деятелем, тот в иллюзии находится. Поскольку он не понимает, что действия выполняются тремя гунами материальной природы и так далее. То есть как вот в этой формуле не запутать, так скажем, здравый смысл? Ну, например, вы занимаетесь преданным служением и думаете, и тем более вы более вдохновлены, когда вы знаете, что вы это делаете. Ну, допустим, в любви
ну, например, в духовном измерении, я не думаю, что кто-то не думает, что он это делает. Мама Яшода кормит Кришну, например, или что-то еще делает. Она, какое в нее понимание при этом? Она тоже считает, что она не действует? В Санатане Госвами, Господь Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Чаритамрите объясняет два вида преданного служения, спонтанное и не спонтанное, или другими словами, регулируемое. Для определенной категории людей, пока у нас нет привязанности к Кришне, у нас нет проявленной любви к Кришне, мы не считаем себя деятелями. Вот это ошибка, когда мы считаем себя деятелями. Потому что деятель – это очень абстрактное. Кто? Я деятель? Нет. Я отношу себя к личности какой-то. Какой-то деятель. Как, зачем я это делаю? То есть там надо много вопросов ответить. Поэтому нам что делают? Рекомендуют как? Переключать из этого «я деятель», с этого настроения, на настроение «я слуга». И вот когда я служу, тогда в этом само по себе настроении уже присутствуют определенные вещи, которые связаны именно с этим положением, с этим отождествлением. Раз я слуга, значит, я должен прислушиваться, значит, у меня должны быть авторитеты, я должен обучаться, понимать, как это делать. И вот мы сознание свое держим вот на таком. Я слуга. Поэтому нам и говорят, мы слуги. Шрила Прабхупада все время упоминает один простой принцип. Мы слуги. А деятель, ну, я буду думать, что я вайшья, я деятель. Или я там еще кто-то. Это хорошо, если там еще в системе Варнашем. А так я буду думать, что я, не знаю, господин этой вселенной. Ну, это и буду действовать, сам себе придумав что-то. И лучше нам отталкиваться от принципа «я слуга». Но служение – это же деятельность. Это не просто какая-то философская опция. Но уже в правильном настроении. Ну действие-то остается. Действие остается, но уже в правильном настроении. То есть, когда у меня правильное настроение, то действуют уже не три гуны материальной природы, а что-то еще. Да, когда мы так, то да, это называется свободное состояние в свободном действии об освобожденной души. Все? Харе Кришна.